А вы будете его отмечать? Ну, нет. А что сегодня будете делать вечером? Ничего, тренироваться. А где тренируетесь? Ну, как обычно, в фитнес-клубе. То есть китайский Новый год вы будете в фитнес-клубе отмечать, так скажем? Да. А какие планы вообще, как вы думаете, нужно ли исправлять такой праздник россиянам? Мне кажется, не нужно, да? То есть обычный Новый год важнее? Да. Понятно. А как вас зовут? Зина. Спасибо вам большое, Зина. А можете смотреть на сайте ПГ21. Хорошо. Будет небольшой материал про это.